Всем, ребята, здорово, мать твою. Сегодня у меня игрушка Океан Джон Монстер оф Анчартед Чиз. Это великий обзор, если ты не узнал. Звук ты же сделай, оу. Вот так вот, если ты не узнал, то Арчибальд. И мой великий обзор, и мой крик маты. Сегодня мы поиграем в игруху. Не грузи меня. Короче, игрушка типа Зельды, Хирельды и всякой хрени. Сделаем на нее обзорчик. Как говорится, посмотрим, что за трешак. Давай-давай! Программисты Антивагама. Программисты Вика Вальтаха. Следующий. Что это за хрень? Оригинальная идея. Хирука-порука. Вырубайся нахер. Сегодня я ухожу в большую и вернусь, малыш. Моя судьба срочно связана с чудищем. Оушен Хроном. Я слышу этот жуткий зов, доносящийся с моря. Он вновь пришел за мной. Все происходит раньше, чем я ожидал. Я вынужден действовать. Что бы ни случилось дальше, не собираюсь терять себя, как потерял твою мать. Вот мою мать! Ха! Это ожирение, все, что осталось от нее. Держи при себе и бережно храни его. Мать твою! Я оставляю тебе свой старый дневник о своих путешествиях. С его помощью ты доберешься до острова моего друга. Он поможет тебе подготовиться к сражениям. Я знаю, что прошу тебя слишком много. Это не единственный способ, но это единственный остановить Оушен Хрона. Твою мать! И это я должен читать? Я того родственник, кто придумал эту игру. Заткнись! Так, проснись, пробил час. О, дед. Дэдди. Так, мы начинаем, короче, играть. Что это? Что это за срань? Просыпайся давай. Вот это у него рожа. Как будто его дрюкали всю ночь. Что это за хрень? Хер его, что ли, золотой? Им я буду играть? Твою мать. О! Ух! Остров Отшельника, твою мать! Обзор управления! Так, дерется! Ну, давай! Запиздили! И что дальше? Что с ним делать, твою мать? Пошли дальше, хрен с ним. Мини-карта может открывать секреты. Где мини-карта? Я РТ жму. Мини-карта. Хрен-карта. Хижина отшельника. Давай плавай, эу. Что это за бочки, хуёчки? Отшельник. Тебе хорошо спалось, малыш? Твой кошмар все еще снится тебе? В молодости твой отец часто бывал на этом острове. Не забывай упражняться, пробегать еще пару кругов по острову. И все одно и то же, твою мать. Заходи. Заходи, говорю. Оу. Открывай. Хижина отшельника. О, это что он делает? Так быстрее, да? Для открытия этого сундука нужен большой ключ.
Большой хер нужен для этого сундука. Пошли дальше. Съебался, дед. Монету давай мне. Это что такое? Это контрольный пункт со времен... Это контрольный пункт со времен Арканской эпохи. Тебе волшебным образом перенесут к нужному... Хрень, короче. Да понятно, понятно, сохранился, все. Что еще тебе? Бей ее. Бей, сука. Ты бей ее, не дрочи меня. О. Что еще тут есть? Это где дух хреново? Дальше. Бросай предметы, поднял какие-либо предметы. Бросай предметы. Иди сюда, воу! Ты охерел? Ты что такой дерзкий? Воу! О, он еще плавает, твою мать! Ага, сдох! Так тебе и надо. Так, что дальше? Сюда иди. О, Сердюхан. Сердюхан. Ха-ха. Ну поднимай давай, воу. Дальше. Пещеры. По всему миру можно найти спрятанное. Спрятанную хуйню, короче, ясно. О, это что за хер? В пальто. Только прибитый при помощи кнопки действия. Да ну нафиг. Как все предсказуемо, твою мать. Я так полагаю, здесь будет ключ. А, он самый, ты нашел простой ключ. Лучше бы я нашел простую бабу, которая обалденно дает. Так, идем дальше. Идем дальше и не пиздим. О, в натуре? Что за тема? О, погнали. Красавчик. Красавчик, дядя. Оу, чё, всё? Твою мать. Не пизди, ты чё, запыхался уже? Ещё давай, будем дрочить тебя до усеру. Короче, если у тебя нету джойстика, тебе пиздец будет. Потому что здесь реально нужен джойстик. Значит, ты заебёшься дрочиться. Какое-то говно. То ты сдохнешь, воу. Это кнопка сброса. Или волшебным образом. Запиздили. Ты можешь подбирать множество различных предметов. И не ебать себе мозг. Пошли. Твою мать,
эти загадки, всякая хрятки. Неси давай, оу. Где еще? Как будто его дрочат. 10 минут видео, твою мать. Давай. Запиздили. Есть контакт. И нашел зрение матери, оно похоже на простое зрение. Открывай давай. Ты нашел отцовский мяч и щит. О, твою мать, нифига. Ты охуевшая морда, друг. Как эту хрень нажимать? Короче, заканчиваю видос. Игруха прикольная, не трешак. Нормально, можно порубиться. Заявлено Арчибальдом. Иди сюда, воу. Сюда иди, говорю. Сюда иди. Вот другой базар. Короче, игру советую поиграть можно. Всем респектос. А я рубиться в эту игруху. О, тут менюшка, херюшка. Понятно. Короче, а-ля Зельда, воу. Кто играл, тот меня поймет. В общем, это было 12-минутное видео от Арчибальда. Подписываемся, ставим мне лайки, дизлайки. И сильно не пиздим там. Потому что здесь я, великий и могучий Арчибальдик. Всем пока, давай, до новых обзоров. Салют.